Даже в первом круге. Давай, пацанчики. Да, это была первая победа. Первая моя игра была, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я помню, что я с Метеором, по-моему, играли. Верно. Смотрите, ребят, если у них ничего не поменялось, с кем ромбом они играют, то есть они пассингуют, ну, это полузащита смещается на ту фланг, где мяч, то есть можно, если что, переводики поделать, посмотреть, что и как, если запираемся на фланге. Но я думаю, особо у них ничего там не поменялось. И забросы. И заброс. Да, заброс, кстати, при разводе на левый фланг они кидают. Заброс вообще тут свободный. Запустить заброс. На мой фланг? На брата фланг. На свой левый? Ну, иногда и направо закидывают. Ну, я понял. Но в основном, по-моему. Ну, в основном на левый, да. Что-то он прочитал, молчит пока. Ну, что-то пишет. Правозащитник. Он тебе на вайбер пишет? Сейчас скажу. Так, Артем, тихо так. Ты пока не пались, а то... Рома сказал, все норм. Ну и правозащитник он будет на фланге. ФЛФА. Скорее всего, ФА. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А у вас как трансляция делают, да? Да, идет у нас от вратаря, правда. Только от рамки. Там он кунг-фу кинул вратарь. Все, в контрусях. У них тоже этот хатап, по-моему, тоже делает трансляцию. Ну их дергать надо, их надо дергать. Однозначно, однозначно. Парень. Даже не обсуждается. Мне нравится у Феникса там этот, в конференции капитанов. Капитан Джилл Либерс спросил, Феникс есть? Игорь ответил ему, да. 5 минут проходит, Иван, ну, заместитель Феникса, пишет, зачем спрашивать, Феникс здесь и молчать? Спросил, пиши. Ваша там у Кэпов своя еще близ конфа? Да, рамсы постоянные. Что, вы хуесосите друг друга там? Ну, бывает иногда, когда скучно. Ну вот он тоже прочитал, но ты ответь хотя бы что-нибудь. Кидает. Они, наверное, играют. А подожди, я сейчас тебе скажу точно. Блядь. Да не, сейчас он пишет тоже, подожди. Не, ну, я понимаю, если ты не прочитал. Прочитал, скажи там, через минуту, две, три. А, сука, он в этом, он в режиме невидимки, сука, походу. Все, Леш, кидай тогда уже. Все, они ждут, ты вас кидайте. Давайте, удачи нам. Да, ребят, ладно, поспокойнее, ну и побыстрее решение принимать. И только вас. Нам. Поменьше ошибок, главное. Ну, все, ошибок, пеханины, суеты. Не пеханины, в атаке можно, вот в обороне нельзя. Ну да, в обороне не нужно. В атаке можно, в обороне не нужно, да. Я, наверное, буду стараться отыгрываться через ЛП, ну, типа в ноги. Да, 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 да. Да, надо открыть. Ну, если я уж там буду нормально открыт и рядом со мной никого нет, можно через меня я на ЛП буду. Не бойтесь защиту, давай, по флангам особенно. Чем рискованно вперед, там совсем непонятно. Лучше назад отдать. Хорошо. Кипербот, как я и говорил. Делай сильно. Надо сделать, чтобы не потерять мяч. Нормально. Thank you.
Хорошо, хорош. Жалко. Блин. Что-то возьмешь? Не выкрутилось. Хорош. Чуть проще, парни. У них будет. Дальние есть. У кого-то. Не помню, у кого. Переводи ниже. Нормально. Еще одна. Где у вас? А, блин, чего он так дал? Мой. Хорош. Где в центре есть? А, давай, жмем, жмем. Забег, смотри, Лёх. Ага, спишь. Хорош. А спокойно вот так. Блять. Хорош, смотрел. А ПП закинешь? Хорошо. Можно, хорош. В одно, да. А, бля. Пойдет, ничего, нормально. Блядь, почти залетело. Да, правильно. Они фланги бросают пока. На сайде вроде бы стоят. Ну, у них эта схема, блядь, центровая. Вот она выходит. Поуже. Хорош. Хорош. Страйк, нахуй. Да ну че ж так слабо пошли? Блядь, че не свистит, пидорас? Потому что а уже время прошло. Ложок поднял? Да-да. Хорош. Да, флажок был, блядь, а че он не свистнул потом, блядь? Ну прошло, прошло, блядь. Я возьму верха, нафиг. Вдвоем одного не надо. Уже, 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 уже. Хорош. Центр будет. Не выбрасывайся. Дарк. У них защита очень высоко. Забросить? Уже. Уже, Леха. Хорош. Бровку, бровку давай. Ага. А, бля, где бровка-то? Сорян. Заброс будет. Хорош. Да. Давай в бровку один идите кто-нибудь. Да, Серега, сместись туда. Серега. Только не ПЗ. Не ПЗ. Да понятно, ну что, это да, пивку. А, дальние? Не. Бля, ну вот в бровку, чтобы один кто-нибудь был. Можно. Да, выше. Да, выше. Угу. И сразу назад забегайте, когда будет под передачу. Выше. Да я вижу, что вы. Назад. Задача. Хорош, еще. Хорош. Да. Сева, я с тобой был, можно было отыграться. Я как раз вышел тебе немножко. Да, Лёха, хорош. Да, я пытался перекрыть траекторию. Да, нормально. Жалко, я пытался на жёлтую еще спасти. Да. Центр.
Леха, хорош. Можно самое опять же. Ох, ё. Бать, ну не на меня шел. Дальше шел, я даже не тянул. Возьми шоу, возьми, возьми. Как в дерево, бля, ёбалый, пиздец. Так, ладно, он ко мне пошел. Далька. Ух, ух, опасно, блядь. Стыди, конец тайма, блядь. Лучше давайте у их ворот его проведем. Я на желтого, да. Да сука ты, ёбаный. Не, смотрите, когда по флангам атаковали, в принципе, они не успевали, проваливались. Надо их растягивать немножко. Вот. Не старайтесь там запихнуть во что бы то ни стало. Можно отыграться, в принципе. Напы тоже не... старайтесь больше под пас в ноги отыгрываться. В центре открывайтесь, а полузащиты смотрите напов тогда. Или напов, или вот фланги. Да, вначале еще на ход проходило, а сейчас подустали, они уже поняли, что... Ну да, 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 на ход уже тут так, не вариант. Вначале вот то три раза прошло, а под конец да, уже все. Да. Давайте покатаем. Забросьте, смотрите. Угу, левый фланг, да. Во, ага, Антон. Рома. Подбор смотрите. Подбор за мячом. Угу. Вот туда. Хорош. Блядь, а что на бой-то нахуй? Вперед, вперед, пошли. А, да? Ага. Пошел, пошел. Все, иди, иди. Иди вообще. Тащи, тащи в угол. Прям. Иди, иди, иди. Уже. О, забегай, забегай, забегай. Можно? Хорош. 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 Первый пошел. Вот теперь посмотрим, как они, да, по обороне. Сейчас, ребят, опять фланг смотрите и подбор, подбор смотрите. Только счет забудьте, мы не забивали. Да, да. Так сразу назад, да и все, к ней. Да, да, да. Ова, ова. И пусть бросают, да, хоть до усачки. Ну. Угу. Только повыше надо кому-то. Да. Понадежнее, серый, понадежнее. Хорош. Хорош. Выбить, хорошо. Хорош. Спокойно. Лёх, попробуй попробуй. А, там уже подошли. На флажок. Хорошо, не успеешь. Успеешь. Давай, давай, пошел. Пошел. Все, вернулись. Все, сместились на фланг. Переводить. Все, 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 нормально. Переводить можно, парни, если получается. Еще раз. Если время, возможность, то мы правый, ну, противоположный вообще. Выверхом бы. Тайт, блядь, мимо прошел. Даже отбор не прожался. А как нет? Нет. Не было. Как нет, я не пойму. Не, я там далеко не знал. Там 3 километра был вроде бы. Хорош. Можно переводить опять же. Заброс. Хорош. Давай, давай, давай. Хорош. Я ездил. Кружок хотя бы, да?
Так. Я ушел. Антон, вернись тогда назад тоже. Давай, зайди. Блин, Сева, ты далековато, да? Леш, давай на полукруг. На полукруг. На счет три. Раз, два, три. Да он выигрывает, тут никто не открывается. Ну, сука, стой. Ну, хорошо, а то здесь у нас неразбериха, блядь. Да что такое? Уже. Блядь, повезло нахуй. Да, повезло. Внимательно, ребят. Ага, налево есть. Да ладно. Сорян, вперед выбивал. Знал бы, что, знать бы, что я его приторможу, блин. Хорошо. Внимательно, ребят. Встань как-то на ближний. Леха, иди на полукруг. Я встану. На полукруг? Леха, на полукруг. Хорошо, встретите там. Они здоровы вон там все. Выиграть. Подбор. Бровка есть. Можно назад. Еще. Уйдет? О, сейчас поменьше подключение вот так. А вы вообще не подключился. Можно. Стой в бровке. Бровки синенькие, стой там. Подборно сразу. Леха, выше. Хорош. Видишь, как узенько стали, и нормально. Кого-нибудь да притянем. А узенько всегда хорошо. Да узенько. Если ты шукаешь, сейчас не расширили нашу узенько. Отдай. Хорош. Еще. Ну ладно. Пиздец. Уже и время прошло, что они гонят нас. Аккуратнее. Выше? Можно перевести наглухо, если получится уходить. Нормально, успеем, да. Хорошо. Не, Сера, тащи по бровке. Вперед, тащи его. Запускай вперед. Ага. Отлично. Нормально, ребят, меньше обрезов на своей половине поля. Все. Нет, так бы неплохо было. Неплохо было, да, могло пройти. Перекрывайте зоны. Зоны. Ближе к ним не дать. Хороший. Да, он был для 3 километров. Леш, болел, он там, где Вова. И подбор смотрите, ребят. Прими себе, хорош. Дальней. И выкрутилось. Спину смотрим, больше. Не вырезало. Хорош. Дальше смотри. Я встречу. Тихо. Нормально все. Олег не туда стоял. Блять. Еще. Хорош. Еще. Хорош. Я бил. Две минуты. Три раза. Хорош, что-то супер, нормально. Я встречу. А нет, наши. Не спешите выкидывать. Ребят, смотрите, не спешите. Сейчас по бровке на максимально. Только вперед, да. Только. Откройся по флангу. Не, откройся, Вов, ты откройся по флангу. Откройся, ты повыше. По флангу откройся, Вов. Да. Какой из Вов?
Да. Ну, ребята, нападающий. Заброс, смотрите. Да, да, сейчас будет заброс. Сразу же. Внимательно. Забегание. Забегание. Все. Хорошо. Молодцы, красавцы. Ну вот и прервалась наша серия. Опять, да? На метеории. Да, да. На метеоре, блядь. А что, они нормальные, типа, на каком месте? Ну, они чуть-чуть повыше нас. Опять Димчика обидели. Через позицию выше, по-моему, да? Ну да, там, ну, да. О, а я не понял. А что это у меня? Что у тебя? Спасибо, почему мне мячик дали? Ну, ты заслужил ее. Сейчас, 2-3 минуты. Сейчас буду. Ты просто забрал его и убежал. Вот и мячик у тебя. У меня 0 из 2 отборов. Ну, вообще, беспонтово все. Пасы 5 из 7. За что? ИФА оценила. А, 5 перехватов. Значит, усилия. У нас, конечно, больше. Значит, больше всего нажимал. 3 выноса. Да, да, да. Он... Ну, надо. Я думал, кто забил, блядь. Так, ну-ка, посмотри сейчас. Промах, промах. Бля, вот. Работает на 11 метров пас, да? Реально работает. Mm-hmm. Да. Что-то у нас, конечно. И батон проебался, бля.